Всем привет! Добро пожаловать в сегодняшний день. В сегодняшнее видео, вернее, это как бы вчерашний день, но я продолжаю это видео, потому что у меня здесь столько одежды. Кто не смотрел мое вчерашнее видео, пожалуйста, посмотрите. И я продолжаю показывать одежду, которую нам дали на бесплатки для детей. Вообще было мероприятие совсем бесплатным для детей. И, в общем, тут еще что-то. Боже, там столько книг, ребята. Сейчас вам все покажу. Что же такого дали американцы на специальном мероприятии для детей, бесплатно для детей. Погнали дальше. Что это тут за пакетик? Пока я открываю пакетики, друзья, не забывайте подписаться на канал, поставить лайки и подписаться на мой телеграм, который называется 50 оттенков Америки, 50 циферка оттенков Америки словами, и мы с вами будем дружить. Так, друзья, я не пойму, что это на 7-8 лет. Я понимаю, что это должно быть что-то купальное. Это что, трусы? Нет, ребятушки, это не трусы. Боженьки. Это вот так идет? Или вот так? Я не понимаю вообще, что это. Вот это на 7-8 лет купальные трусики. Посмотрите. Вот такой узор. А вот это я в упор не пойму. Я даже не знаю, как это правильно держать. Скорее всего, это... Я не понимаю. Может быть, кто-то понимает, что это? Что это? Это должен быть топик, но он какой-то не... Какой-то неправильный, да? В общем, пока убираю. Ух ты, на 9-10 лет. Вот такая вот фирма, посмотрите, друзья. Тут уже 19,99 цена. Вот такая фирма. И это вот такое вот платьишко. Посмотрите. Это очень хорошее платьишко. Я думаю, что мы его постираем. И Эшли его уже на следующей неделе оденет с удовольствием в школу. Посмотрите, какая милота. Очень хорошее хлопковое платьишко с вот таким вот абстрактным орнаментом. А это что? Это на 10 лет. Вот такая вот фирма. Вот такое вот платьишко тоже. Посмотрите. С вот такой вот юбочкой. Очень милая. Дальше. Это у нас 10-12 лет топик. Он такой какой-то несуразный. Посмотрите, он короткий, да. Ну, здесь очень модно. Такая мода, да, что оно вот как бы до груди, да, а дальше голый живот и ноги, да, там джинсы, там штаны, шорты. Но когда это 10-12 лет, да, Эшли, она рослая девочка, да, может быть, она, ну, может она одеть этот размер, я могу предположить. Но, друзья, ну, это же коротко, для 10-12 лет ребенок оденет по пуп. Ну, давайте будем с вами, ну, разумными людьми, да, но 10-12 лет по пуп. Не понимаю. Вот тоже 8-10 лет фирма. Вот такое вот очень милое платьишко морское. Смотрите. Тоже в школу. Я думаю, будет замечательно. Эшли, сейчас такая жара. Мы пока что в школу ходим еще в платьях. Вау! Смотрите, я не знаю, что это. Я думаю, на одежду какие-то такие приятные штучки. Смотрите. Приклеивать или как-то, может быть, утюгом они приклеятся. Ну, в общем, вот такие вот две штучки. Милота. И что у меня здесь есть еще? Это такой топ размер. Давайте посмотрим. Размер 8 лет от компании Kids. Вот.
И вот так вот он выглядит, очень красивый. Это не топ, друзья, это вот тут вот между ног, как шорты сверху. Лучше бы это был топ, может быть, его можно сделать топом. Я поговорю с мамой, она очень хорошая у меня рукодельница. Пусть это будет топом, пусть она оденет его в школу с шортами. Ну, вы представляете, ей, ну, вот, в туалет сходить, да, ребенку 6 лет в школе. Ну, как, да, когда вот это вот, ей надо полностью раздеться, как-то не очень приятно. Вот даже мне, взрослому человеку, было бы, ну, как бы не очень, да. Так что я могу предположить, что, ну, и ей тоже. Она, может быть, еще не совсем что-то понимает, но так и есть. Тут еще полно одежды. Я все достаю, друзья. О, пошли какие-то вкусности. Нет, это не вкусности. Это вот что. Вот такая вот клипса. Прикольная ручка, посмотрите, с вот такой мордуля. И еще одна ручка. И вот такая вот успокоитель нервов, да? Очень мило. Приятные подарки. Это тоже туда уберу. Так, друзья мои, сандалики. Пошла обувь. Размер, я не вижу размер. Jane and Jack фирма. А размер, друзья, размер 8. Это, наверное, Harlow. Вот, посмотрите, фирма. Jane and Jack. Вот такие вот новые туфельки. Топ-топ-топ-топ-топ. Очень-очень мило. Пусть Harlow носит на здоровье. Я думаю, это как раз ее размер. Да, вот тут лучше написано фирму. Ну, я прям радуюсь от того, что дали. Такое бывает нечасто. Особенно, если это на выходных еще, ты можешь взять. Но если это в будни, не знаю, заметили вы или нет, я так занята в будни, что у меня практически нет возможности ездить за бесплаткой. Бесплатка есть, она никуда не ушла. Может быть, чуть-чуть меньше, чем до этого, но бесплатка есть, она никуда не ушла. Но я очень занята. Я... Ну, безумно занята, особенно в первой половине дня, и я физически не могу порой поехать на эту бесплатку, даже если она и хорошая. Было такое, что я пропускала бесплатку, где знала, что будет класс, но вынуждена. Это бюстгальтер домашний, я так понимаю. Я его открою. Что они там рекламировали этим бюстгальтером, не знаю, может быть, фирму рекламировали, да, может быть, магазин. Честно говоря, я там не была, но, друзья, это не бюстгальтер. Друзья, это трусы, это попа. Посмотрите. Это попа. Боже, это попа. Размер, конечно, большой, XL, но это попа. Это такие шорты-панталоны с попой. Вы гляньте. Это, я думаю, прикол для тех, кто хочет бразильскую попу, у кого она маленькая. Вот такие вот труселя вам в помощь. Это поролон. Это поролон. Я думаю... Да, он вот так вот вытаскивается, он здесь нафиг не нужен. Они мне, наверное, даже пойдут дома как шорты, может быть, с длинной майкой, даже не знаю, что вообще на такое сказать. Они, конечно, выглядят как трусы, да, как вам? Но они явно мне будут шортами. Это экстрим. Это, наверное, то, что они не смогли продать в магазине, они... как бы отдали на бесплатку. Оригинально не то слово, друзья. Дальше поехали. Это еще не все.
Вот такие вот какие-то шортики вот этой вот фирмы Анна Андерсон. Ханна Андерсон. Вот эта вот фирма. И стоят они $18. Вот такие вот шортики. Ну, классные шорты, я вам скажу. В школу Эшли будет замечательно. Посмотрите. Как раз с футболочкой. Да, я очень довольна. Классно. Кофточка. Друзья, кофточка. Размер 8. Называется Nova Kids. Этикетка, не знаю где, но, в общем, посмотрела на бирочки. Nova Kids. Вот такая вот черная кофточка. По-моему, это размер 6 или 8. Бархат такой, да, как бархат, да. Дальше, дальше. Ну, что-то вязаное. Очень оригинально. Вау, это, конечно, прикольно. Но у меня нету бэйби. Посмотрите, это такие как пинеточки, да. Для сыночки будет хорошо, но я думаю, это вязаное по нашим полу, по нашему ламинату, да, наверное, он будет скользить. И это шарф. Вот так вот. Шарф — это классная штука, но, скорее всего, не в Калифорнии. В любом случае, очень оригинально. И спасибо. Шарф, пинетки. Да, они раздают, вы видите, скорее всего, не все вещи, которые пользуются большим спросом. Но даже если ты получаешь такие вещи, оно очень приятно. Вот серьезно, очень. Дальше у нас вот такая вот Baby Music. Вот такая вот книжечка. Посмотрите. И здесь, ну вот, пианино, да, гитара. О, даже вот кастрюльки есть, да. На кастрюльках тоже можно делать музыку. Вот что вы видите. Хорошая книжечка. Тут ребеночек делает музыку. И здесь детки играют. Вообще прикольно. Хорошая книжка. Что еще здесь? Какая-то информация. О, термокружка, друзья. Термокружка. Вот такая вот термокружка. Посмотрите, вот так она открывается. Абсолютно новая. Туда наливается чай или кофе. Вы знаете, что я с собой беру чай и кофе, когда уезжаю. И оно меня спасает, честно. А, вот эту ты открыл, видите, закрыто, и там вот такая вот штучка, она провалилась, вы пьете, закрыл, все, не пьете, удобно, да, ничего не вывалится никуда. Вообще термокружки я очень люблю, потому что я ими пользуюсь много, много, да. Алкогольные салфеточки для рук тоже пригождаются всегда, потому что куда бы мы ни шли, с детишками, какая-то грязюка, еще что-либо, салфеточки всегда это must have. Друзья, первый рюкзак пустой. Во втором рюкзачке тоже что-то есть. Я смотрю немножко из еды. Две пачки чипсиков. Я думаю, это опять попа. Это опять попа, размер S. Ну, вот эта попа, может быть, мне даже будет маловато. Та размер XL, это размер S, и опять попа. Ну, я понимаю, это все, конечно, прикольно, но кто-то вообще такой пользуется ерундой, вы мне скажите. Может быть, да, если вы там какой-то танцор, еще что-то, оно не ерунда, да, если надо прям, чтобы все. Но в обычной жизни, честно говоря, я считаю, это прикол. Друзья. Вы посмотрите. Это морево. Ну ладно.
хочу сказать большое спасибо, ну, тем людям, кто подарил. Даже если оно не пригодилось, так скажем, прям вот в жизни, да, вы подняли настроение, это уже классно. Вау-вау, здесь прям очень много, друзья, каких-то трусиков. И возраст 16 лет. Вот такой вот фирмы. Вот такие вот трусики. Вот такие трусики, размер 4. Батарея садится, сейчас поставлю другую батарею. Вот такие трусики, размер 10. И еще вот такие трусики, 16 лет. О боже, здесь еще столько трусов, друзья, смотрите. Смотрите, 10, 4, 16. Что мы будем с ними делать, не знаю. Я не уверена, 16 на меня налезут, нет. Заменила батарею, поехали дальше. Осталось не так уж и много, друзья. Ну, там какие-то стикеры, наклейки детям. А, книжечка не новая, про Микки Мауса. Микки Маус и его друзья. Вот так она выглядит. И еще одна книжечка. Новая книжечка. Вы можете видеть, 7,50 она стоит. Animals называется. И здесь вот такие вот красочные картинки. Знаете, что я делала? Я провожу эксперимент со своими детьми. Я просто спрятала планшеты, и они их уже не видят третью неделю. Поэтому они перешли на книжки, чему я очень рада. Прям очень сильно рада. Потому что планшеты хорошая вещь, но не всегда хорошая вещь. Вы понимаете, о чем я говорю? У кого дети, внуки, вы все это понимаете. И, в общем, книжки сейчас, особенно новые, которые дети еще не изучили по 50 раз вправо, влево, вверх и вниз, да, очень нам пригодятся. Спасибо за книжки. Дальше. Это Минни Маус книжка. Клуб Минни Мауса. Вот тут все Микки, Минни, да. Вот, по-моему, эта книжка новая. Вы можете видеть. Еще. Это что? My Safety Journal. Я не знаю, это какой-то мой журнал безопасности. Что здесь конкретно? Oh no. Help a friend fight. Okay. Ну, это как, наверное, развлечение какое-то для детей. Я так предполагаю, с обучением, правильно? Ну, это типа кроссворд. И таких у нас две штуки. Дальше вот еще Sleep. Вот такие вот книги. О, какая милота. Ой, абсолютно новая книжка. Feeling tired. That's okay. Just hug your body. And cuddle away. I'll tuck in your blanket and give you a kiss. Очень-очень милая книга, да? And you close your eyes just like this. Yeah. It's time for bed, my little sleep hat. Sleepy hat. Это прикольная книжка, вам скажу. Мне нравится. И, друзья, еще немножко, и мы будем с вами уже заканчивать. Вот такая вот книжка про улицу Сезам. Вы знаете, что мы совсем недавно ходили туда, в большой парк, и нам там понравилось. В общем, она не новая, но здесь очень много героев. Харло, любимый Куки Монстр, смотрите. Ну, в общем, вот такая вот прям милота, милошная милота. И так. Снэк. Желеечки. Друзья, на этом все. Я просто сижу, вокруг меня горы всего, и я не понимаю вообще, что это, как это и куда это. Но, тем не менее, хочу вам сказать, что спасибо, что были со мной, и мне сейчас все это разгребать, убирать. Это здесь столько работы еще. Сразу же мы часть постираем, потому что сегодня день стирки у меня. И дети уже начнут носить.
частью я буду думать, что делать. Может быть, кому-то отдам, кому это будет нужнее. Или уберу до лучших времен, да? В общем, будем с вами прощаться. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Если вы не подписаны на телеграм, подписывайтесь. Давайте дружить, общаться. А я пойду все складывать. Да, мой телеграм 50 оттенков Америки, 50 циферка оттенков Америки словами. Вот такое вот видео. Надеюсь, вам все понравилось. Трусики-то ничего, да? В общем, друзья, так много всего дали. Я прям не знаю, с чего начать. Убирать. Давайте увидимся в следующем видео. Пока-пока, guys.